80 лет много или мало, кто, когда стоишь на страже трудовых ремесленных резервов страны, когда каждый день отдаешь делу при просвещении и обучении и подготавливаешь квалифицированных рабочих разных профессий. Свой юбилей отметили работники профтехобразования, награды и поздравления от лица правительства республики. Они приняли в Большом зале Главного дома республики. Фатима Даурова подробнее. Яркие букеты цветов, грамоты, знаки отличия и слова благодарности и поздравлений. Сегодня так чествуют тех, кто связал свою жизнь с государственной системой профессионального технического образования и ветеранов, заложивших основу современным колледжам, училищам, лицеям. За свою 80-летнюю историю система профтехобразования прошла непростой путь развития. За этот период миллионы студентов получили дипломы по профессиям сварщика, сантехника, автомеханика, слесаря. Именно в них сегодня нуждается рынок труда. Ваша главная задача – это дать человеку профессию, с которой вы достойно справляетесь. Сейчас с каждым годом растет востребованность именно в специалистах, которые способны работать на высокотехнологическом оборудовании. И повторю, что с этой задачей вы справляетесь, потому что система профтехобразования, она смогла сохранить те исторические традиции, все самое лучшее, и сейчас освоила новые методы обучения своих студентов. Система профессионального технического образования в республике представлена 20 образовательными организациями, в которых обучается более 10 тысяч студентов и осуществляют педагогическую деятельность 546 работников. Ираида Мизик – одна из тех педагогов, которые помнят всех своих студентов в лицо, потому что забота о них и их обучение стали делом ее жизни. Сейчас, на данный момент, очень тяжело дистанционка, потому что мы не имеем контакта прямого с детьми, и детям очень сложно, и нам очень сложно без них, потому что нет ежедневной поддержки их, на работу прибегают, бегут, здрасте, это настолько всегда пронимает до души, что вот встречаешь где-то этих детей, которые уже давным-давно закончили, некоторых даже не помнишь, уже они бегут навстречу, а вы помните? Конечно, помним. Каждый год рынок занятости испытывает недостаток профессиональных кадров, поэтому востребованность их высока. Спрос на таких специалистов растет, что позволяет возродить статус колледжей и техникумов. У нас стало больше детей идти сегодня в среднее профессиональное образование. Это порядка 60% выпускников сегодня идут в СПО. У нас появляются новые мастерские, новые площадки, обновляется материально-техническая база. Но еще многое предстоит нам сделать. Поэтому задачи у нас очень большие. Мы будем поддерживать, помогать системе профессионального образования и готовить конкурентоспособных, высококвалифицированных кадров. Сегодня система профессионального образования доказывает свою необходимость, открывая дорогу для многих юношей и девушек во взрослую жизнь. Фатима Даурова, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия.